Мама представляет, как она живая была. Меч айтмаш я так орчайтайн, был серьезно так. Выступление называется так. Политика, правовой статус кумыкского народа. Там не могли. Земельные вопросы, о котором здесь много разговоров, говорят, они повисают в воздухе, не привязываясь к народу, к кумыкам. Потому что у кумыков нету политика правового статуса. Поэтому мы должны посмотреть, как он эволюционировал за это время. Немного потерпите, это я думаю, что это важно. Главный момент, этногенез кумыков. Кумыки сформировались на данной территории, а значит коренной народ на данной территории. Первый пункт. На момент контакта с российским государством кумыки имели свою государственность и разговаривали с российским государством как государство с государством, шамхальство. Эволюция российско-кумыцких отношений была непростой. Об этом мало написано в истории. Было очень много войн в 16 веке, в 17, 18 веках. В конце 18 века, в 1793 году, после того, как Россия подписала Георгиевский трактат с Грузией, Кахетия вошла в состав России, когда старшая после Золотой Орды Крымское ханство стало частью России, кумыкская власть, шамхалы, добровольно вошли в состав России во времена Екатерины. Эта логика важна, понимаете, мы добровольно вошли. Кумыкские князья были приравнены к князьям российским, то есть очень высоко подняли статус кумыкской элиты. Начала формироваться аристократия, военная аристократия кумыков на тот момент. В 1860-х годах Россия провела административно-территориальное деление Дагестана. Граница Верхнего Дагестана была по Сулаку, реке Сулак. Были созданы округа, то есть упразднены были государственный уровень кумыкского самоуправления, национального самоуправления, до окружного местного самоуправления, получается. Были созданы округа, названия этнические большинства, Аварский округ, Даргинский округ, Казикумовский, Кайтага-Табасаранский, Кюринский и так далее. То есть Россия учитывала национальное расселение и территории народов на этот момент. Дальше, перейду дальше сразу, революционный момент, революция. Конец, в этот момент, когда это произошло, начала формироваться кумыкская буржуазия, очень мощная. Начала формироваться интеллектуальная элита кумыков, которая обучалась в разных территориях. То есть элита и самоуправление, это вещи связанные, хочу я показать. Это постоянно, она идет одинаково в режиме. Эта элита кумыкская смогла быть основным мотором создания Горской республики, которая существовала от февральской революции 17 года до 19 года, пока Деникинцы ее не разгромили. Они занимали ключевые министерства, 5 министров было кумыков. Играли огромную роль в этом становлении. И за рубежом вот, известны были последующие. Дальше. Гражданская война уничтожила эту элиту тоже. Новая элита, огромная роль тоже кумыков в становлении советской власти. Роль Каркмаса еще не оценена, не показана еще до конца. Это после революции возникло две, на Северном Кавказе, две республики с одинаковым названием. Одна Дагестанская ССР, АССР. Другая Горская ССР. Горская ССР была от Чечни до Карачая. В 20-х годах Горская ССР начала рассыпаться на вот эти республики, которые сегодня существуют. Дагестанская ССР, Каркмасов очень хотел создать союзную республику. Он даже название автономии выбирал, ДССР писал. Даже когда в 20-х годах в начале Москва решила подчинить все Северо-Кавказские республики Ростову, было так называемое письмо 43-х, дагестанская элита во главе с кумыками отказалась подчиняться Ростову и подчинялась до 30-х годов в Москве. То есть элита была довольно сильная. Районирование было сделано в 29-м году. Районирование написано. Зачем было сделано? Для лучшего управления и создания однонациональных районов. То есть национальный фактор был главным в создании районов. И это районирование 29-го года существует до сегодняшнего дня. То есть местное самоуправление в Дагестане всегда было национальным самоуправлением. Теперь, значит, массовые репрессии 30-х годов сломали эту элиту тоже, которая это создала.
пришел к власти Даниил, предсовнаркома 40-го года. До этого первой тройки власти аварской национальности не было до Даниила. Видимо, потому что аварская очень активно сопротивляла советской власти до этого. Вот в 40-м году он с этого момента начал формироваться соглашательская в своем большинстве кувыкская элита. Вот оттуда это родом она. Они начали подбирать таких людей, такие кадры. И, соответственно, это сегодня уже не является национальной элитой. Их можно назвать должностными кумыками. Они потеряли свое лицо и оказались неспособными к элементарным поступкам в интересах своего народа. Были среди них единицы, кто боролся за интересы своего народа, прежде всего Мирзабеков. Но большинство демонстрировали поражительство и предательское поведение, готовые на все для собственного благополучия, и это привело нас к сегодняшнему положению. И сегодня это так. То есть вот эта наша несамоорганизованность четко связана с поведением нашей элиты. Теперь переселенческие моменты, когда демографическая ситуация, как менялась. Вот 57-й год, сегодня 17-й год, 60 лет, как переселенческий момент произошел. Уже и чеченцы начали возвращать Чечню, а те, кто там были, аварцы и даргинцы, в Дагестан. Как это было, до конца не было сказано. Недавно я взял том о восстановлении ингушской автономии, том документов, сборник документов. Там показано. Во-первых, с самого начала российское государство, советская власть не хотела переселять чеченцев. Они просто хотели их реабилитировать и оставить на месте. Но чеченцы массово ринулись в Чечню. Когда сюда пришли, они хотели сделать совместное проживание вместе с теми, которые там живут. Чеченцы начали активно массовые конфликты. Были поножовщины, убийства, массовые драки. Начались массовые письма. По сути, переселение народа в Дагестане, которые оказались в Чечне, это было бегством оттуда. И это бегство, здесь уже говорили, приняли кумыки. Приняли на своих территориях, в своих семьях. И так возникли много поселений в 60-х годах на территории кумыков. Параллельно был, в тот же момент был, власть Даниила была до 70-х годов, до 70-го конкретно. Продолжалось все это время массовое, стихийное, но скрытно организованное переселение на эти земли. Я не говорю пока про Кутану. До 80-х годов, в момент инерции того, что национальные районы существовало, говорили Лезгинские районы, Даргинские районы, Кумыкские районы, сегодня их уже не говорят. И 80 лет, кроме этого, проблема была, что 80 лет монополия аварских и даргинских элит на власть в Дагестане. Все разрушило эту систему вот, взаимных равновесия в Дагестане. Политика Аблатипов хочет поставить на этом точку, вообще доконать Дагестан хочет. Теперь вот я немножко про этничность хочу сказать. Этничность — это самосознание «я кумык». И важно, это как бы на человека замкнутое. Национальное самоуправление это связано с территорией и с общностью, а самоорганизация общности. И это две вещи важнейшие, две точки. Они нам поломали национальное самоуправление, сейчас всяческие статьи пишут. Например, пишут, Султан Саид Казбеков был аварцем, Кылычевы были аварцами, хасанбековская фамилия там. И они начинают ломать идентичность уже. Они уже считают, что все остальное связано, решено уже. Теперь, то эти две вещи, самосознание и национальное самоуправление, связываются языком и культурой. Тогда возникает национальная жизнь. Политический правовой статус народа, вот я подошел к этому, вот все разговоры, узаконивает государство эту систему функционирования этноса. Это ключевой момент. Мы говорим о земле. Земля в основном это сельскохозяйственная категория и экономическая категория. Надо говорить о территории и национальном самоуправлении на этой территории. Вот это, когда это есть, когда мы это фиксируем, тогда легко, логично переходить можно на тему. Теперь факторы, стимулирующие самоопределение кумыкского народа. Нам нужно самоопределение. Это правовой политический статус, это самоопределение фактически. Массовое переселение на кумыкские районы и отчуждение земель в пользу отгонного животноводства. Это главные моменты, что требует от нас самоопределение. Требует определения политики правового статуса кумыкского народа. Теперь хочу сказать, что эти попытки самоопределения, не попытки, а действительно самоопределение уже было. Был проведен съезд кумыкского народа во главе с Алавом Алиевым, где принята декларация о самоопределении кумыкского народа 9 ноября 1990 года.
на этом процессе самоопределения присутствовало 2/3 зала, были делегатами, депутаты всех уровней. Делегаты съезда были депутатами всех уровней Дагестана. Депутаты Верховного Совета все были, депутаты местных уровней были все. И, то есть самоопределение полноценное произошло. Где-то в 92 году, 21 марта 92 года, была объявлена Кумыкская республика. Тогда это звучало очень жестко, очень тяжело, много воспринимали тяжело. Но в 92 же году была создана Ингушская республика. Почему ингушский республика, народ, братский войнавский народ отделился, ему дали отделиться от своего брата чеченского народа? То есть есть моменты, когда этнос хочет самостоятельно существовать и знать свою территорию, знать свое положение. В 94 году было конституционное собрание, где принималась первая конституция Дагестана. Ну и была там изложена позиция национального совета, и мы хотели добиться правосубъектности этноса в законах, в конституции Дагестана. Мы предлагали такие вещи, такие предложения, которые позволяли бы всем народам поднимать тему, которая связана с их проблемами, и совместно пытаясь налаживать путем переговоров и решать эти вопросы. Нам этого делать не дали. Из 450 человек, 50 человек только проголосовало за это предложение. За Ордыным он тоже выступил тогда с двухпалатным парламентом. То есть кумыки постоянно поднимали и поднимают вопрос о политическом своем статусе. Заканчиваем. Теперь я хочу два слова сказать. Вот численность кумыков. 500 тысяч человек примерно. Вот народы, которые имеют такую численность, в каком состоянии? Якуты. Мы знаем Якутия какая. Удмуртия 550 тысяч. Марийцы 550 тысяч. Отдельные республики. Осетины 530 тысяч. Ингуши 450 тысяч. Коми-Пермяки отдельный статус. Карелы, Карельская республика 60 тысяч. Теперь адыгейцы 130 тысяч. Калмыки 190 тысяч. Калмыкия, Адыгея, полноценная, можно заказать, если кому-то можно, хотят кто-то. Теперь момент еще такой. Абхазия, Осетия, 50 тысяч осетин. За них российская армия воевала, за их независимость, за их самоопределение. То есть, признают, значит, право о самоопределении народа. Буряты, ну я здесь перечислять долго. Теперь даже в Дагестане возьмем. В Дагестане до сих пор существуют районы с национальным названием, обозначающие, что это территория такого-то народа. Ногайский район, Рутульский район, Агульский район, Табасаранский район. То есть, значит, есть статус. Больше того, в том же 92 году было был скандал между Бишкинским народом и Цунтинским районом за столицу. Где будет Биштан раньше был, но в Кедро перенесли и разделили два района, решили национальный вопрос. По Боговскому хребту здесь Биштинский участок создали, а между тем в законе о административно-территориальном делении такого понятия, как участок, нету. А Биштинские участки существуют, финансируются, есть свой бюджет, есть своя выборная система. То есть можно это все делать при желании. Я не говорю о том, что исторически существовавший Докуспалинский район взяли, Ахтынский район разделили, Лезгин. Один район разделили на два района, сделали Докуспалинский район. В том числе исторически существовал. Тоже учитывается история. Я заканчиваю. Я просто говоря об этом...